необходимо заплатить. Об этом спешат напомнить сотрудники налоговой инспекции. По их словам, если не успеть оплатить налоги до 1 декабря этого года, то саратовцев ждут пени и штрафы. Горожанам еще раз напомнили об этом. Специальная акция прошла в здании вокзала. Каждый желающий мог получить личную консультацию специалиста. Как оказалось, у саратовцев проблемы возникают чаще всего при оплате земельных налогов. Для того, чтобы упростить процесс оплаты задолженности, всех желающих подключили к личному кабинету налогоплательщика. Данный сервис позволяет, не посещая налоговые органы, в дистанционном режиме воспользоваться государственными услугами ФНС, в том числе уплатить налоги. Также сотрудники инспекции вручали всем посетителям листовки с напоминаниями и разъяснениями о том, кто, где и как может уплатить налог.